Мы открыли бизнес 2 года назад, когда я ушла в декрет. Мы сделали оборот 10 миллионов рублей. Мы находимся на Бали. Это наша вилла, которую мы арендуем. Сложно сделать первые шаги? Я думаю, это по плечу каждому. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Друзья, всем привет! Армения, привет! Привет, Армения! Меня зовут Ай. Меня зовут Настя. Ребята приехали из Еревана, прилетели авиакомпанией Катар. Кстати, билеты из Армении до Бали обходятся в 500 с копейками евро. Пересадка в Доху от 2 до 10 часов. Где мы находимся? Мы находимся на Бали. Это наша вилла, которую мы арендуем. Собственно, пойдемте, можем посмотреть ее. Мы живем в Убуде, снимаем здесь такую прекрасную виллу трехкомнатную в окружении рисовых полей. Мы занимаемся бизнесом на Wildberries, открыли свой магазин, свой бренд и продаем товары. Как давно вы этим занимаетесь? Мы открыли бизнес 2 года назад, когда я ушла в декрет, а я тогда работал по найму, и в декрете я решила, что нужно все-таки открывать свой бизнес, двигаться в своем направлении, и совместно мы построили небольшой бизнес за эти 2 года уже, и сейчас успешно продаем. Поделитесь секретом. Ребята, секреты. На самом деле, я не знаю, какой секрет. Многие думают, что Wildberries – это... На самом деле, это сейчас очень популярная тема. Все знают, я думаю, что это прям на хайпе. И некоторые думают, что это такая волшебная таблетка, но я бы не стала, наверное, так ее называть, хотя для кого-то да. Но здесь, наверное, самый важный момент в том, чтобы просто захотеть изменить свою жизнь. И для тех, кто еще не предприниматель, стать предпринимателями. Для тех, кто уже предприниматель, открыть для себя новое направление, новые каналы продажи своих товаров. Какие товары? Что конкретно делаете? Мы продаем бьюти-боксы. Мы протестировали, на самом деле, около 30 товаров, и в итоге самым успешным оказался бьюти-бокс, который я придумала, который стал товаром, бьюти-боксом номер 1 вообще за 2021 год в нише бьюти-боксов. Вилла у нас двухэтажная, здесь 3 комнаты, очень большая, очень комфортно в ней жить с ребенком. Большой-большой такой сад, бассейны. В общем, с ребенком жить просто супер удобно. Ребят, как можно приехать на Бали, здесь зарабатывать, из Армении, других стран СНГ? Расскажите, поделитесь секретом. На самом деле все очень легко. Единственное, скажи мне, пожалуйста, что это за штука, очень интересно. О, я ждал этот вопрос, друзья. Это карта Аршинбанка. Всем рекомендую. Я, кстати, протестировал ее везде. В Мексике, в Индонезии, в Таиланде. Все работает, все классно. Вау. Можно снимать, оплачивать, пополнять с российских банков. Это, кстати, вопрос релокации. Если кому интересно, по релокации, бизнеса и так далее. Мы, кстати, перенесли уже свой бизнес в Армению. Мне все нравится. Банковское обслуживание, налоги и так далее. Все намного легче, чем в России. Здесь находится наша спальня. Большая, уютная, комфортная. Там ванна. И здесь находится моя любимая терраса. Прекрасное место для медитации и рабочий стол, где я работаю. Какой у вас оборот? Какая чистая прибыль? За первые 9 месяцев работы, как мы вышли на Wildberries, мы сделали оборот 10 миллионов рублей. Вот. Да, в месяц. Сейчас, с учетом того, что у нас сезонный товар, и мы делаем от 3 до 10 миллионов, соответственно, в месяц. И чистая прибыль – это порядка 25%. Сложно сделать первые шаги? Если их делать усиленно, целенаправленно и иметь определенную поддержку, я думаю, это по плечу каждому. Здесь находится 2-я спальня. Это детская для нашей дочки. Не пытается ее уложить спать. Привет! Скажи привет! Привет! Здесь она играет, здесь также можно медитировать. Ванна, туалет вторые. И терраса еще одна. Таким прекрасным гамачком. Привет, привет.
допустим, я захотел заниматься Wildberries. Вот как всему этому обучиться? Что нужно сделать? Есть какая-то литература или есть какой-то наставник? Или вы этим занимаетесь? И вы можете мне подсказать? Да, мы этим занимаемся. Мы также стали проводить обучение для людей, которые хотят выйти на Wildberries, продавать на Wildberries и иметь оборот от 1 миллиона с чистой прибылью около 250-300 тысяч рублей. И мы сейчас ведем наставничество совместное, у нас такой проект тоже, и обучаем людей выходить на Wildberries. Затраты. Сколько нужно? Первоначальный взнос, первоначальный капитал. С чего стартовать? Сейчас будет неплохо, если у вас будет около 200-300 тысяч рублей для старта, но в принципе можно выходить и с меньшей суммой. Когда мы выходили на Wildberries, мы вложили всего 170 тысяч рублей. В Армении открывается логистический центр Wildberries. Что это такое вообще и как это можно использовать? Если, допустим, я находился бы сейчас в Ереване, обратился бы к вам, и захотел бы организовать бизнес. Буквально в мае, в апреле, в мае прошлого года Wildberries открыл сортировочный центр, логистический центр для жителей Армении, и тогда у них появилась возможность открывать бизнес на Wildberries и продавать товары, но продавать их только на территории Армении. Сейчас же, 18 декабря, Wildberries выпустил новость о том, что теперь продавцы из Армении, предприниматели, которые продают через Wildberries свои товары из Армении, уже могут продавать товары на всю территорию покрытия Wildberries, то есть в том числе на Россию и другие страны СНГ. Это очень хорошая возможность для предпринимателей в Армении для развития своего бизнеса. Здесь у нас находится второй этаж. Это наша кухня-гостиная. И такая маленькая, еще одна маленькая детская игровая. Я думаю, что игровых не бывает много, поэтому у нас две детские получились. И такая зона отдыха. И еще один гамачок. На самом деле это выгоднее, чем, допустим, открывать свой магазин, вкладывать в ремонт, в аренду, как это происходит в Армении. Да. Вот у меня были несколько обзоров, да, когда общаюсь с предпринимателями в Ереване, открывают магазин, вкладывают огромные деньги в ремонт и так далее, и так далее. А выручки нет, клиента нет. Да, действительно, риски. Вы абсолютно верно отметили, это очень хорошая возможность для не только для производств, которые действующие являются, но и также для офлайн-бизнеса, для магазинов, которые могут таким образом перевести свой бизнес на другие рельсы. Рынок e-commerce по мировой и российский, он растет с каждым годом, он растет с большими темпами. Это, наверное, самый быстро растущий рынок на текущий момент, и он очень перспективен, и на него необходимо обязательно попробовать выйти. Это отличная возможность. Помимо этого, Wildberries, площадка, в частности, она привлекательна тем, что еще это дополнительные рабочие места, это возможность работать удаленно менеджерами маркетплейса, это возможность автоматизировать свой бизнес таким образом, чтобы в нем не принимать или принимать минимальное участие с точки зрения операционки, и это возможность в будущем создания дополнительной сферы услуг вокруг Wildberries, это и фулфилменты, это и логистические услуги, и многое другое. Да, тем более сейчас российские деньги просто таким огромным потоком хлынули в Армению. 50 тысяч человек переехали только за 2022 год, за полгода. Да, знаешь, Илья, создается впечатление, что Wildberries вот когда-то в России зарождался, и это был бум, вот сейчас это тоже бум, и классно то, что в Армении сейчас настает примерно такой же этап, который был у Wildberries в России там несколько лет назад. Ну, предположим, что он не такой же, потому что рынок Wildberries уже сложился в той или иной степени, в том числе в России, но при этом для граждан Армении, для жителей Армении, да, не обязательно даже быть гражданином Армении, чтобы начать свой бизнес, это отличная возможность, потому что рынок Wildberries в Армении, назовем его так, он сейчас на этапе зарождения. И как мы знаем, на этапе зарождения всегда выигрывают именно те, кто вступает вот именно на этом этапе. Поэтому всем хочу порекомендовать рассмотреть такую возможность для себя, потому что это действительно сейчас отличный этап для того, чтобы заходить на Wildberries из Армении.
немного экспертного мнения. Хотелось бы сказать о том, почему Wildberries выгоден и удобен как для покупателей, так и для продавцов. Для покупателей Wildberries удобен тем, что организовывает самую быструю и удобную доставку и продает по очень-очень низким ценам. Для продавцов Wildberries удобен тем, что, первое, закрывает самую большую боль всех предпринимателей. Это маркетинг. Wildberries имеет уже более 120 миллионов пользователей, которым вы можете продать свой товар. Второе, это очень легкий и доступный вход на Wildberries. Вам понадобится всего лишь заплатить взнос, пройти регистрацию, и вы можете начинать продавать ваши товары. И, конечно же, Wildberries поддерживает всех продавцов дополнительными скидками и компенсацией комиссии. Друзья, спасибо огромное за просмотр. Ребята, Настя, Айк, спасибо огромное, классное интервью. Друзья, если вы захотите организовать бизнес на Wildberries, обращайтесь, пишите. Да, бизнес можно вести абсолютно удаленно с любой точки мира. Наши контакты будут в описании по ссылке под видео. Увидимся. Всем пока. Пока.